Доброе утро всем. Здесь такой гул стоит, знаете, от чего? От пчел. Прям такой. Здесь всем апельсины вот эти цветут. И стоит уж гул. Смотрите, какой ветерган был. Повалил зонт. Он довольно-таки тяжелый. А на море там штормит. Все еще белые шапки. Ну, я смотрела прогноз. Ветер будет на этой неделе все еще. Задолбала, если честно. Не люблю ветер. Вот что здесь плохо, вот, хотя февраль, хотя уже март, какой февраль. Вот когда ветер, это нехорошо. Смотрите, сколько опадает. Апельсины пахнут нереально вкусно. Там кошка сидит, и все собаки на нее гавкают. Бенеги, вон, он побежал, побежал за котом. Конечно, поддержать. Сам боится. Бенеги! Бень! Чарли! Я в Лидл приехала за хлебушком. У нас такой ветроган, все сносит. И уносит меня, уносит. Вот так вот фургоны приезжают за деньгами. Проходим, проходим. Так, я за хлебушком. А, еще я хотела супчик сделать куриный. То мне нужна лапшичка. Лапшичка, бананы. В общем, и курочка. Есть. АБХС. А хлебушек. Так, вот этот беру. Он как наш черный, серый, то есть. Иди сюда, зараз. Иди сюда, сказал. Вот так вот. И вот. Мне его на месяц хватает. Сейчас мы его порежем. И в пакетик положим. В холодильнике месяц нормально выдерживает. Мясо, курочка, может желтую взять, вон со скидками есть. Юра, разделывать надо. Я корочку от хлеба уже жую. Даже не знаю, с чего сделать суп-то. С чего суп-то сделать? Что я замерзла тут в холодильнике. Ой. Тут вот грудка 1-4 евро. Курицу вот эту возьму со скидкой. Она тянет на 4,30. Срок годности, наверное, подходит к концу. Но нам по барабану. До 5-го. А у нас сегодня какое? Ну, короче, я ее все равно сегодня разуделаю. Так, и лапша мне нужна свежая. Вот тут. Что-то мне. Ой, а что-то тут нету. Тут одни спагетти какие-то. Я хотела лапшичку такую вот. А где? Нету. Как так? Что, из этих что ли делать? Из этих я не люблю. А, вон, есть, нашла. О, во, вот это. Ням-ням. Я уже дома. Купила вот такое мороженое, маскарпоне, это не знаю, черная смородина, наверное, какой-то схельхут, ванильное. Просто на этом, на родном немецком написано. Я думала, это все вместе смешано, оно походу, видите, разных, 4 вкуса разных. Должно быть вкусно, в общем, сейчас буду варить. Бульон, потому что муж суп захотел сегодня. Ну, я ему сделаю, а сама буду овощи доедать. Купила вот такие вот снег. Медальоны, они без костей, без всего. Ну и вот сама, в принципе, лапшечка на завтра. Хотела сама доделать, сделать, а потом думаю, да ну нафиг возиться, что-то там мука кругом. Евро.
и все готово. И отведи душу. Свежая паста с яйцом. Здесь всего находится мука твердых сортов, обычная мука, 20% яйца и вода. Все. Так что состав замечательный, правильно? Сейчас буду мороженое пробовать. Малина. Шоколад, по-моему. Еще раз шоколад. Три разных шоколада и малина. И какие-то вкусные белые шарики. Короче, самое вкусное вот это малиновое. Но это на десерт. Здесь у меня уже варится бульон. Каркас, точнее, от бульона. Как каркас? Бульон на каркасе. Сейчас покажу. Видите, скелет. Ха, скелет. Здесь вся кожа. Вот еще я пену сюда снимала. Кожа вся от курицы. Мы не едим. Ну, только на крылышке вот на это оставила, потому что эту часть буду жарить, а эту буду тушить в этом вине. Буду сейчас себе разогревать кушать. В общем, да, это я все заморожу сейчас, поэтому, видите, курочка не дожила до своего срока давности, скажем так. Сейчас туда в бульон положу морковку и лук. И пускай варится все у меня это. У нас при входе в дом, в подъезд, есть такая фигня для реклам. Там стоит ящик для реклам. Вот набрала, чтобы птички моей постелить. Поет. Кстати, вот сейчас вам покажу. У нас ветроган вообще. На улице 24 градуса, но ветер все улетает. Ему одному совершенно не скучно. У меня, я уже много раз говорила, у меня был опыт с птичками. Она же знает, потому что, к чему это? Потому что все пишут, типа, ему нужна пара. У меня года 3 назад было 3 канарейки. Почему 3? У нас сестра мужа разводила канареек. И вот она мне принесла одного. Говорю, хочу канарейку. Она мне принесла канарейку. Парень был, пел вообще там... Классно пел, все. Тоже так все. Ой, он один, муж тоже. Вот он один, надо ему пару. Но мне сестра такая, они как раз уже не хотели их больше разводить и раздавали все. И она мне принесла пару, девочку. Мало того, что они петь перестали, так они еще дрались. Не на жизнь, а на смерть. Я прихожу один раз, а у них чуть ли не кровь со всех щелей сочится. Я, блин, их разделила, и не только разделила, я их, знаете как... Они друг друга видеть не могли. Вот вам тебе и пара. Нужно, наверное, свою им искать или еще что-то. Размножать я их не хотела и не хочу. Вот, поэтому пришлось покупать. А я, знаете, купила большую клетку. Думаю, чтобы им там не скучно было, чтобы они летали. Они там дрались, как собаки. И пришлось купить две маленькие клетки и повесить одну так, другую внизу, чтобы они друг друга даже не видели. Потом она мне еще одного принесла, мальчика. Я их тоже, вот, как только я их рассадила, и они не видели друг друга, у меня мальчик начал опять запел. Когда мне сестра принесла еще одного мальчика, я посадила их вместе, они не дрались, но они не пели. Слышите? То есть канарейки, вот у меня, по моему опыту, я не знаю, не читала в интернете, может быть, это у всех так, но канарейки, когда живут с кем-то, они не поют и дерутся. Этот, он целый день туда-сюда, и поет. Вот со мной сейчас он не поет, видите? Он, когда кого-то видит, он не поет. Он поет только один. Вот, а еще он, знаете, как делает? Вот так вот перегинается, вот так вот падает головой вниз. И делает так, как будто он падает. Вообще он так целый, как собака. Вообще за ним так наблюдать интересно. Вот весь день вот так. Хотя вчера в 10 он уже все уснул.
Чарли на него весь вечер вот так смотрел, смотрел, глаз не сводил. Муж говорит, глянь, говорит, он с него глаз не сводит. Он смотрел, смотрел на него, думает, что это такое? Да. Вот так вот у меня делали птички. Пи! И все, они не пели. А сейчас вот я уйду, он один распоется. Это я вам так к сведениям, чтобы типа ему пара нужна. Ему не нужна пара, ему замечательно одному. И зеркало ему тоже не надо, потому что это не попугай. Им надо ванночку, вот ванночку ему надо. И еще, ну, я буду так вот купать и вкусняшки тоже ему, и все. Потому что у меня канарейки были лет 5, наверное, 6. Три штуки умерли от возраста. Потому что мне их принесли не молодыми. Вот, подарок был. У меня, знаете, какая клетка была, наверное, вот такая здоровенная. Вот они там два летали, но не пели. Потому что вдвоем. Кто у нас там? На улице очень тепло, но ветроган дует. Тут, кстати, вот ему как раз не задувает, ему нормально. Какашки его. Да? Тебе же хорошо одному? Он вот так, туда-сюда, вот на это, вот так вот, видите? Летает, да, скажи, мне зашибись одному, мне никто не нужен. Нафиг мне кто-то нужен. Опс. И вот так скачет, туда-сюда, туда-сюда. Да? Да? Как же тебя назвать? Кстати, хорошее такое, я смеялась, когда в комментарии прочитала Чуча. Может, я его Чучей и назову? Чуча. Наверное, так и будет. Ты будешь у меня Чучей. Победил в конкурсе на имени, ну не конкурс, конечно, но в комментарии на имя победил Чуча. Чуча. Точно. Прям ему подходит, да? Спасибо за комментарий и за подсказку. Чуча. Хороший такой. Смотрите, какой чай себе забацаю сейчас. Это здесь стевия и черный чай. Там тоже он идет с цветочками. Тропический вкус какой-то. Вот, чернослив, изюм, клубника. Лимон. Но это даже не чай, а компот какой-то, да? Потому что чай, это чай, вот в моем понимании это чай. Это прям компот какой-то. В общем, да, будем такую вкусняшку. Меня этому научила сестра в России. Я когда увидела, она там ягодки клала. Как вкусненько. И вот с тех пор делаю так. Кстати, вы делаете такой чай? И что вы делаете потом с фруктами? Я их ем. Они очень вкусные. Страшно. Ненавижу всяких змей, лягушек и все такое. Бррр. На ужин у меня грейпфрут. Гляньте, какой хороший, тонкая какая кожа. Пойду его кушать. Я очень голодная, пришла в спортзал. Занесла Чучу на место. Мужу говорю, знаешь, как назовем? Говорю, Чучи. Он такой, почему? Я говорю, а что, нравится? Потому что у нас ветроган вообще там все сносит. Но тепло, очень тепло. Нет, здесь у меня нет ветрогана. Внутри как бы нет ветра. Но все равно занесу, что ему там будет все равно задувать, смешать, спать. Да, Чучи? Чучи? Пел сегодня весь день, да, Чучи, Чарли? Смотрите, какой Чучи у нас есть. Смотри, какой Чучи. Ой. Чарли бы ему поиграться с ним. Да? Тебе поиграться хочет? Чего ты? Чучи? Смотри, какой Чучи. Да, да. Видишь? Был ты у меня. Вообще, знаете, какое-то странное. Странное такое ощущение. Вроде всегда был один Чарли. А сейчас еще какое-то животное, за которого нужно, ну, как это, кормить, поить, да, ухаживать. Да, да. Теперь у меня два животных. Ты и Чучи. Игрушки кто разбросал? Хугеты? Пурки стана и то хугеты. Да, вот тебе Чучи тоже ругает. Да?
Поилку надо уже помыть. Там такая грязюка у него. Ты вообще поросенок, а не чуча. В общем, все, я пойду сейчас кремом морду лица мазать. И у меня сегодня по телеку этот, как его называется-то, «Последний герой» смотреть. Как раз пока намажусь, он начнется. С вами буду прощаться до завтра. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока.